Так, ну ночью у нас шел снег. Завтра уже 1 апреля. Чак завтракает сухарями. Только что сейчас в городок туда ездил на Первомайскую. Там на земле снега вообще не лежит. Так, на машинах чуть-чуть, а у нас как будто в другой местности. Вон снег лежит. Сегодня солнце уже тает. Мороза-то ночью не было. И это хорошо. А вон уже абрикос начал цвести. Нам на тепло, а не снег этот. Грядки все замело снегом. Там уже лук, редиска проклевывается. Все под снегом. На малине уже на листе какие. На грушах уже повылазили почки. Сжималась она уже давно. Листья неделю уже. Уже тоже даже уже цветет. Вон цветки есть, нажималась. Такая вот картина 31 марта. Ох, к вечеру уже снега не будет. И завтра уже там плюс 10 до 15. Чак, смотри, он тебя Кузя сухарики съест. Кузя. Вот и Кузя, здесь арбузя, да? Че, Кузя, снег выпал? Да? Да, давно такого не было. На памяти не припомнишь, где-то сказали в новостях, что 30 лет такой погоды не было, чтобы в конце марта снега навалило. В это время уже деревья все цветут. А здесь еще снег. Ладно. Давай, покрутись. Тра-та-та. Давай так, покрутись. Вот так, вот так. Так, ну прошло буквально 6 часов, и вот как все поменялось. Светит солнце, снег весь растаял. И следов не осталось. Даже земля уже он где-то поподсыхать успела. Абрикос цветет, даже уже он пчелы начали летать, хотя с утра еще лежал снег. Да, вон пчелка сидит. В принципе, мороза не было, так похолодало немного. Так, что у нас здесь уже? Лук проклевывается, да. Лук вылазит. Здесь у нас морковка, но морковки не вижу пока. С морковкой, с луком ничего не будет. О, эти все попадали. Фундук, он уже листья выпускает. Уже отцвел. Так.
Так, 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 это что у нас? Хурма. Хорошо пошла. Почки уже набухают. Ну, это груша, она чуть попозже, видать. Да, здесь он уже редиска повылазила. Редиска вылазит уже. Укропу здесь еще рано, наверное. Огурцы еще не садили. Малина уже вон. Листва вовсю пошла. Смородина. И листья, да, красные. И вот такие уже бутоны цвести будет. Прям как в 12 месяцах. То снег, то дождь, а теперь 15 тепла. Все, значит, будем с урожаем. Погода стоит нормальная. На днях уже в полную силу, наверное, зацветет абрикос. Пчелы уже летают. Ветрено. Вот такие пироги. Подсохнет. Все пойдет. Так, ну а персик, что здесь? Персик тоже, почки у него, он цветет попозже чуть. Хотя он уже тоже набухают бутоны. Да, Чак? Персики будут у нас? Что ты там смотришь? Нет. Персики будут у нас? Будешь опять тырить персики? Да? Любитель дерева. Низко растет. Плоды висят. Персики он тоже любит. Подбегает, сам срывает. Где-то на канале ролик есть. Вот такие пироги. Ты заходи, если что.